За вывоз мусора придется платить больше. Об этом заявил на еженедельном оперативном совещании в правительстве республики министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев. И на МКС было объявлено о плате граждан за вывоз ТКО. Соответственно, она составляет с сентября месяца 75,55 рублей. Соответственно, мы просто проиндексировали, вот 70,35 было, 75,55 стало. Повышение тарифов ради Хабиров объяснил тем, что за время проведения мусорной реформы были модернизированы площадки для сбора мусора и увеличен автопарк. Предыдущие тарифы глава республики назвал одними из самых низких в России, но при этом, по его словам, они были экономически невыгодными. Надо четко, прям волной объяснить, вот эти 20 рублей, почему мы повышаем. Потому что элементарно столько денег вложили, в том числе из бюджета, на установку контейнерных площадок. Но людям надо объяснять, почему это происходит. Потому что и автопарк увеличили машин, значит, перевозчиков мусора, и регулярно начали выходить, и фиксируем, и так далее. Это естественный процесс. Опять же, надо всегда людям повторять, что у нас одни из самых низких были установлены тарифы в Российской Федерации в целом. Поэтому они были экономически необоснованы, поскольку мы не хотели лупить деньги с людей за то, чего мы не делаем. Сейчас мы начали это делать.